Снился люк на крыше, чей-то лик проступал надменен. Невелик он молчал, но стало страшно мне. Кто-то так смотрел в немом окне, словно створка инобытия лопнула. Предстал пред неким я и кричал во сне, прося ответа, кто это, за что мне и что это, чей сей лик, лицо, личина, маска. Я проснулся, мне была подсказка, Орликин, а может, судья. Затворился люк, остался я.